Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Сегодня я хотел бы поговорить о методике, патопсихологической методике 12 предметов. На экране представлен стимульный материал данной методики. Изначально карточка содержала 16 рисунков. В дальнейшем она была переработана, и сейчас в практике психологов используется карточка на 12 рисунков. На картинке она представлена. Объем памяти вы знаете какой. По 10 словам, да, по методике мы эту карточку и эту методику используем практически ежедневно. Вместе с методикой запоминания 10 слов используем методику 12 предметов. Объем памяти вы знаете. По 10 словам это 7 плюс-минус 3 единицы. По методике 12 предметов это 10 плюс-минус 2 единицы. Вот такая информация для вас, уважаемые коллеги. Благодарю вас за внимание и удачи вам!